Сейчас сколько я пыли поднял. Отлично работает. Ну просто автомобиль неубиваемый. Привет, с вами Авто МПС. И мы в Тюмени, на льдах Тюменского озера. Идет тест-драйв Audi 6. Ну, у меня был этот тест, правда, европейской версии. А сегодня мне пришлось ждать целый год, чтобы здесь замерзли льды, и мы смогли в экстремальных условиях испытать эту популярную в России модель. 340 лошадиных сил, 500 момент, 5,9 секунд разгон до сотни, но самое главное – Quattro Ultra. Это то, что дает полный привод и дает уникальную управляемость. Друзья, сегодня я, как всегда, злой следователь, а мне поможет добрый инструктор школы Васина Константин Писчасов. Рост 186 сантиметров, парень спортивный, и вот он у нас разместился на заднем ряду. Скажи мне, пожалуйста, как у тебя там с головой? Над головой пространства достаточно. То есть, если сидеть даже в прямом положении, да, здесь порядка 10 сантиметров находится. Но есть один нюанс. Да, стоит в некоторых автомобилях откинуться головой на подушку для головы, как место становится меньше, потому что там идет стекло. Но и в этом случае здесь у меня голова не достает до потолка и будет даже комфортно в движении. Константин, ну смотри, какой тоннель здесь. Это полный привод так заказывает, да? Ну, давайте начнем все же с того, что это седан бизнес-класса. И он предполагает, что на заднем ряду сидений будет сидеть два пассажира. Вот. Но все же автомобиль оборудован системой безопасности для третьего пассажира. И в случае необходимости он здесь разместится. Кстати, обратите внимание, даже обогрев сидений здесь доступен только для крайних сидений, то есть для левого и правого. Задний ряд, ага, это только у вас раскладывается спинка, а вот центральный... Это 60, да, процентов спинки откидывается, если все-таки есть несколько комплектов горнолыжного оборудования. А если у вас одни лыжи, то уже трансформируется именно средняя часть, да, при этом два крайних пассажира будут сидеть комфортно. Так, давай-ка посмотрим, что у нас тут в виде запаски. Давайте знакомимся. В нижней части багажного отсека у нас расположилась докатка, в которой очень компактно, обратите внимание, вмещен сабвуфер аудиосистемы. Так, здесь где-то литий-ионная батарея должна быть сзади. Это же 48-вольтовая система, насколько я понимаю, здесь встроена, да, как мягкий гибрид? Совершенно верно, совершенно верно. Здесь электротяга помогает двигателю на низких оборотах поддерживать крутящий момент для того, чтобы у автомобиля было очень хорошее ускорение. Это в ваших условиях дает какие-то преимущества, это чувствуется? Или были ли проблемы с этой системой? Конечно, это чувствуется. Здесь я даже так скажу, что этот двигатель очень похож на дизель. То есть у него высокий крутящий момент доступен уже на низких оборотах. 1300, да, 370. Совершенно верно, совершенно верно. И крутящий момент 500 ньютонов на метр, что для бензинового двигателя считается много. И при этом расход, вот вы целый день здесь молотите, я вижу, да, все идет в выхлоп, такой энергетический полезный выхлоп.
Ну вот мне нравится панель приборов. Четкая графика. Два экрана. Очень современно выглядит. Вы вот, вы как уже вы прибились к этому автомобилю? Как вы это оцениваете? Нужно ли это все обилие? На первый взгляд, соглашусь, кнопок может показаться много, но за счет того, что каждую из иконок, да, каждую из клавиш мы можем настроить, переместить в нужное место, то есть мы можем подстроить это меню под себя, это все становится очень удобным. Были некоторые опасения по поводу этой системы и работы ее в минусовые температуры здесь, в Тюмени, да, в северных районах. Вы видите, что клавиши, к примеру, подогрева сиденья, подогрева руля, они тоже выполнены сенсорными. Да, и когда был первый минус, меньше минус 20, конечно, мы эту машину все захотели проверить. Как это все работает, будет ли это функционировать на морозе, на холодном автомобиле. Этот экран даже прогибается под пальцем, да, чтобы имитировать ощущение, как нажатие кнопки. Да, благодаря этому виброотклику, да, есть такой очень приятный звук переключения меню. И действительно, мы на пальце ощущаем этот эффект продавливания, эффект нажатия на кнопку. Но это очень приятно. Это отдача быстро работает, тачскрин? Быстро, да. Работает, да? То есть, да, мгновенно. Конечно. То есть все происходит плавно, без рывков, без зависаний. А здесь есть очень удобная клавиша. Да? Не нужно искать ассистенты в меню мультимедиа. Есть очень удобная клавиша всех ассистентов. Она специально сделана механически. Вы на нее просто нажимаете. И в режиме индивидуал вы можете посмотреть все, что есть в этом автомобиле. Да, и либо настроить это под себя, либо просто включите сразу же все. Константин, вот пневмоподвески здесь нет, да? Здесь нет пневмоподвески, да. Так, как опция есть. Как опция, да, она доступна. А вы почему не берете с пневмоподвеской? Могли бы и вседорожные устроить здесь всякие покатушки. Пневмоподвески все-таки, да, два основных преимущества. Да. Во-первых, есть возможность сделать подвеску либо более мягкой, либо более жесткой, более спортивной. И второе ее преимущество – это увеличение дорожного просвета. Да, если нужно где-то заехать на бордюр в условиях города, ей можно воспользоваться. Вот. Фактически нам здесь всегда нужна подвеска, да, либо жесткая, либо средней жесткости, чтобы двигаться по льду. Но у нас иногда бывают автомобили и с пневмой подвеской, и с пневмоподвеской. Работают они точно так же. Вот посмотрите, у нас сейчас будет такая гребеночка, которая не может не сказываться на позвоночнике. Да? И, видите, как довольно комфортно идет автомобиль. Вот сейчас будет, смотрите. Ну, это автомобиль без пневмоподвески. Значит, спереди многорычажка, сзади многорычажка. И сколько там рычагов? Считали. Ну, вообще умное устройство. Если сломается, там много чего надо, да, перебрать. Сломаться эта система может, наверное, только в условиях либо ДТП, либо какого-то жесткого удара. Все рычаги алюминиевые. Нет такого, что они разбалтываются из-за повседневной эксплуатации. Ну, в общем, тьфу-тьфу-тьфу, даст бог, чтобы не сломалось. Поехали! Константин, вот колеса, они забиваются так снегом, и есть дисбаланс. Я знаю, что так барабанит, вот если поездишь, а у вас это как бы привычное состояние. Несмотря на то, что здесь достаточно большое, 20-е колеса стоят, большие диски,
иногда биение чувствуется. Иногда биение чувствуется, но при пробуксовке и при торможении этот снег начинает отлетать, распределяться по диску. И биение уходит, но все же в конце каждого дня мы вынуждены колеса пробивать, гонять автомобили на мойку. Тормоза передние, задние, вентилируемые, да? Конечно, конечно, дисковые вентилируемые тормоза. И очень эффективные, то есть работают они, по моим ощущениям, не резко, не медленно. То есть вот расскажите, как вы же много прошли, у вас много было автомобилей. Их как бы и нет, тормозов, да? Вот тебе нужно на скользком покрытии затормозить, но... Тормоза это делают, но нет такого ощущения, что, так сказать, они тебе как бы ты заставляют думать о себе. Согласен, согласен. Какой-то это как бы природное становится твоим физическим качеством на тормоза. Самое главное в педали тормозов, во всей тормозной системе, это прогнозируемость. То есть, важно понимать, какое усилие нужно сделать на педали тормоза, да, чтобы начать автомобиль замедлять, при этом, чтобы не допустить срабатывания системы АБС, потому что это вот очень важно во время непрерывного скольжения автомобиля. И эта тормозная система позволяет это сделать. Как тихо работает? Работает тихо. Да, обратите внимание, здесь это совершенно другой двигатель, нежели предыдущий 3-литровый. Здесь уже используется не компрессор, а турбина, турбонагнетатель. Вот он звук современного немецкого мотора. Долговременный расход сейчас показывают на компьютере. 30 литров, но здесь есть некоторая погрешность. В этих суровых условиях у нас автомобили работают иногда по 8, по 10 часов в день. При этом они стоят на месте. За счет этого расход топлива очень увеличивается. При непрерывной езде по трассам расход топлива начинает в боевом режиме. Это очень низкий показатель. Ну, 30 и 20 это так многовато. Но в среднем все-таки, вот если ездить обычно, как потребитель, ну, такой бизнес-водитель водит автомобиль, сколько он? Где-то на 8 может уложиться. В спокойном режиме, да, при езде по городу, по трассе в смешанном цикле, 10 литров реально уложится. Мы это пробовали. Если ехать чуть более спортивно, так, ускоряясь в потоке, то это литров 12. Ну, это честный разговор. Давай за руль. Ладно, поехали. Во многих машинах, когда система ESP выключена, она все равно иногда поддавливает и мешает. Здесь такого нет. Это по вашему заказу сделано? Наверное, это то, почему мы используем именно на своих тренировках автомобили Audi. Потому что даже с включенной системой стабилизации она дает возможность нам проявить себя, свое водительское мастерство и дать возможность задней оси подскальзываться в повороте и доворачивать заднюю ось. Вот. Но стоит заметить. Вот этот кайф так раз, и она пошла, и потом раз, прям, да? И вот тормоза. Раз. А если ESP включена, допустим, если ESP работает? Давайте попробуем провести эксперимент. Давай. Мы сейчас включаем
систему стабилизации. Включили. И я пытаюсь ее забросить, да? Да. Смотри, как еще лучше она едет. Это мне не надо тренироваться. Задняя ось подскальзывается. Но не я это делаю. Ты смотри. Слушай, а зачем ты вообще меня учишь, когда она сама все это делает? Вообще офигеть! Смотри, что творит. Раз, она по... Да елки, да дайте людям, дайте эту школу людям сразу. Они же поймут, сколько нужно скользить. Скользишь, хоп, остановился, и педаль с прямым рулем пошла. Я вообще восхищен. Вот это да. А чего ж ты молчал-то? Почему вы это нам не говорите-то? Есть один нюанс. Система электроники, это все хорошо, она нам помогает, но, к сожалению, законы физики их не побороть. И всегда можно автомобиль разогнать до той скорости, да, когда сцепных свойств шин с дорогой не хватит. Поэтому здесь очень важно... Чтобы самоуверенности не возникало, да? Конечно, здесь важно понимать и важно научиться без помощи этих систем, как автомобиль должен управляться, да, контролировать переднюю ось, скольжение передней оси. Оп, и смотри, раз и встала, смотри, что творит. Раз, и все, я пошел прямо. Ну. Так, о коробке. Слушай, мне все больше нравится этот автомобиль. Я уже на нем черт сколько езжу, на семерке, почти похоже. Но без мягких всяких там гибридов. А только сейчас начал понимать, какой-то замечательный агрегат. Какой умный. Вот смотри, я все боюсь, что у меня коробка DSG кончится. А у меня там 80 тысяча, и я постоянно живу в таком напряге. Вот-вот мне там выбросит этот ремонт. Как у вас они работают, коробки? Вы вообще, так сказать, как бы задумываетесь? Особенно говорят, сейчас новые поколения, с ними все нормально, с этими коробками. Совершенно верно. Это новое поколение, модернизированная и механическая часть этой коробки, то есть блок мехатроника и электронная часть прошивки оптимизированная. И здесь, наверное, я вам отвечу как инженер-механик. Какое-то время я работал в компании Audi как инженер по гарантии. Тогда я столкнулся с вопросом ремонта коробок. И когда я попал в школу Евгения Васина, да, у меня был первый вопрос, как же работают коробки. В условиях таких вот нагрузок коробки работают хорошо. Видимо, все-таки раньше эта коробка плохо работала именно в режиме пробок. Когда автомобиль был вынужден двигаться. То есть она обучается вот этому дурацкому этому режиму, да? И потом начинает нервничать. То есть ей нужен драйв. Ей нужен драйв, когда автомобиль используется по назначению. Да, все работает прекрасно. Но нужно отдать должное. Инженеры компании Audi решили этот вопрос. И сейчас автомобиль работает одинаково хорошо как в городском режиме, так и на льду, и на трассах. Теперь о Quattro Ultra. Вот самое главное, это в прошлом году, ну где-то года полтора, как пришла эта система, мы же привыкли там к Торсену, к Халдексу, да, и сейчас Quattro Ultra. Что вы скажете, вы уже, так сказать, с ней поработали, пожили год? Когда в первый раз мы услышали, что у нас на проекте будет автомобиль с системой Quattro Ultra, мы насторожились. Потому что мы очень привыкли именно к полному приводу типа Торсена, полностью механическому узлу. Да, мы взяли автомобиль для теста. Но когда мы увидели, как он себя ведет, да, что мы сейчас видим и наблюдаем с вами, мы были поражены, как все-таки электроника четко распределяет крутящий момент и дает возможность вовремя нажать на газ при выходе из поворота и вовремя подскользнуться задней оси и довернуть автомобиль в поворот. Самое главное опасение было
не то, как эта система будет помогать автомобилю, а то, насколько она будет надежна во время непрерывного движения. Будет ли она перегреваться, как она будет себя вести. Но вы в этом убедились сами вчера, ездили в непрерывном скольжении. Ничего, вообще, да. Ничего. Я там в конце, я еще зафигачил такой круг. Думаю, сейчас есть трансмиссия, сейчас все загудит здесь, все перегреется. Ничего подобного. Этого еще раз. Потом еще раз, три раза я пробовал. Я думаю, хватит, а то меня отсюда выведут за ухо. Никаких вопросов. Да. И прошу заметить, таким показателем может похвастаться не каждый автомобильный бренд. Именно с электронно управляемым полностью. Современный автомобиль, да, он абсолютно верно, вы заметили. Какая задача всех этих электронных систем? Сглаживать последствия ошибок, которые совершает водитель, управляя автомобилем. Поэтому даже при позднем маневре, даже при повернутом рулевом колесе в упор, нет. Автомобиль все равно поворачивает и находится на траектории. Никак она меня в сугроб не хочет закинуть. Спасибо, дорогой. У меня даже если и были вопросы, я уже все забыл, как злой следователь. Давай. Друзья, мой автомобиль у нас был сегодня огонь. 340 лошадей, их никуда не спрячешь. Но главное научиться правильно ими управлять. И сегодняшний день показал, что на гладком льду этот автомобиль может вести себя как ниточка за иголочкой. Только, конечно, важна прокладка вот здесь, между рулем и этим замечательным сиденьем. Когда меня сиденье вот так вот сразу берет в свои объятия, я понимаю, что дальше это высокое доверие, вот сесть за руль такого автомобиля. Рекомендую. С вами был блог Авто МПС. Подписывайтесь на наш канал. Хорошего дня!